для киян головним, скажімо так, головною Криївкою, назвемо це так, може стати метро Києва, тому що, за словами мера нашого міста Віталія Кличка, саме воно є головним бомбосховищем. Мы все надеемся, что такого вторжения не произойдет. Мы держим кулаки, надеемся, что данный вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что все-таки то, о чем говорят, о возможном каких-то военных действиях, это был бы ужасный сценарий, все-таки будет найден путь для того, чтобы ни в коем случае не дойти до таких экстремальной ситуации. И разработан четкий план, дана информация по бомбоубежищам, которые находятся вблизи тех или иных объектов. Ключевым бомбоубежищем в городе Киеве также будет выступать киевский метрополитен, который, в не дай бог, в случае часа Ч будет готов принять людей, которые могут укрыться при возможном нападении. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут оповещать о данной угрозе. В этом случае необходимо будет все средства коммуникации, это является телевидение, радио, будут давать информацию о действиях жителей в данной ситуации.